Столетие со дня рождения поэта Алексея Фатьянова. Почта России совместно с Молодежным советом при Департаменте культуры администрации Владимирской области в честь праздника запустила акцию «Помнить своего земляка». Мы запустили акцию, чтобы жители улицы Фатьянова помнили о своем наследии, помнили о своем знаменитом земляке, ведь поэты живы, пока их песни поют. При поддержке Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи ребята изготовили 2000 праздничных открыток. На каждой представлены отрывки из произведений поэта и иллюстрации к ним. Их разработали ученики Собинской школы номер 4. Чем важна эта акция? Напомнить людям о том, что Алексей Иванович является нашим земляком, о том, что он был великим поэтом-лириком, в том числе и актером тоже. И если вы живете на этой улице, то не нужно об этом никогда забывать. Все открытки были доставлены до своих получателей этим утром, 5 марта. С помощью сотрудников Почты России ребята опустили их в почтовые ящики жилых домов. Нам очень отрадно участвовать в такой акции, потому что очень важно рассказывать жителям нашего города, на каких улицах они живут и почему она несет такое название. Сегодня Почта России помогает Молодежному совету при Департаменте культуры, при администрации области доставлять именно открытки на жителям одноименной улицы Фатьянова, чтобы они открыли свои почтовые ящики и увидели там такой интересный сюрприз. К слову, в этот же день члены Молодежного совета по культуре вместе со студентами филологического факультета ВЛГУ проведут в городских школах уроки, где расскажут о жизни и творчестве Алексея Ивановича Фатьянова. Губерния 33 тоже принимает участие в праздничных событиях. В телекомпании запущен специальный проект «100 лет со дня рождения Алексея Фатьянова». В его рамках в эфире телеканала владимирцы читают стихи известного поэта. Мария Котлярова, Екатерина Зинурова, Стас Трегубов, Губерния 33.